Пинг-понг! Сегодня Хэллоуин. Пинг-понг собрался на вечеринку с семьей акул. Он прыгает в море. Но никого почему-то не видно. Кто-нибудь есть дома? Акуленок, где ты? Бу! Ты ищешь семью акул? Но, к твоему несчастью, я заманил их в замок Хэллоуин. Иди и попробуй отыскать их там, если у тебя получится. Я освобожу их и озолочу тебя. А если нет, станешь моим пленником. На помощь, Пинг-понг! На помощь, друзья! О, нет! Это ужасно! Друзья, давайте поможем Пинг-понгу найти семью акул. Давайте вместе найдем папу-акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Это папа-акула? О-хо-хо-хо! Привет, Пинг-понг! Привет, друзья! Вы не боитесь вампиров? Если тронешь меня еще раз, окажешься в большой беде! У-хо-хо-хо-хо-хо! О, нет! Это был вампир! Друзья, давайте поищем папу-акулу снова! Папа-акула, покажись! Я не папа-акула! Это же клоун! Может, папа-акула здесь? Ты прав! Это я, папа-акула! Спасибо, что нашел меня! Хэллоуин, ду-ду-ру-ру-ду-ру, папа-акула! Бу! Теперь поищем маму-акулу! Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. О, я вижу розовый хвост. Должно быть, это мама-акула. Ку-ку, я напугала тебя. О, это летучая мышь. Давайте снова поищем маму-акулу. Вот здесь розовый хвост. И еще один с желтыми полосками. Какой же принадлежит маме-акуле? Этот? Может, просто позовем маму-акулу? Это вы, мама-акула? О, там так душно! Спасибо, что спасли меня! А чей же это хвост? Ага, это конфета! Это моя конфета! О, это скелет! Удирай! А теперь найдем бабулю-акулу. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Мы нашли бабулю-акулу! Хорошая новость, я заскучала. Кто хочет повеселиться?
Пинг-фонг превратился в скелета. Ты в порядке, Пинг-фонг? Давайте найдем бабулю-акулу и попросим ее о помощи. Оранжевый хвост бабули-акулы здесь. Ты нашел меня, молодец! Сейчас я верну тебя к жизни. Ого! Пинг-фонг снова в строю. Спасибо, бабуля-акула. Спасибо вам. Хэллоуин, ду-ду-ру-ру, ду-ру, бабуля-акула. Бу! А теперь поищем деда-акулу. Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. Там наверху кто-то шевелится. Кто это? Кошелек или жизнь? Кто тут хочет конфеты? О, конфеты! Спасибо, мистер Пират! Но где же дед Акула? Я вижу зеленый хвост. Это хвост деда Акулы? Я Франкенштейн! Пинг-фонг! За тобой зомби! Что? Зомби? Где? А, мне страшно! Надо побыстрее найти деда Акулу. Дед Акула здесь. Уф, друзья, вам было непросто найти меня. Большое спасибо. Хэллоуин, ду-ду-ру-ру, ду-ру, дед Акула. Бу! Кого же нам осталось найти? Ребята, найдите меня скорее! Мне страшно! Давайте поспешим и найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Ребята, вы видели? Тут два акуленка. Что происходит? Посмотрите, кто настоящий акуленок? Я настоящий акуленок! Нет, я настоящий акуленок! Друзья, как вы думаете, кто настоящий акуленок? А вот и подсказка! У акуленка желтый хвост. Ага, и мы нашли настоящего акуленка. Мои друзья лучше всех. А, я почти провел вас. Бабуля-акула, дед-акула, акуленок, мама-акула, папа-акула. Мы нашли всех членов семьи акул. Отличная работа, ребята! Хо-хо! Пинг-фонг! Друзья, вы супер! Я обещал отпустить семью акул, а теперь наслаждайтесь вечеринкой на Хэллоуин! Уху! Как здорово! Сегодня Пинг-фонг хотел навестить семью акул.
поэтому он погрузился глубоко в море. Но семьи акул не было дома. А? Где же все? Акуленок, ты где? Куда все исчезли? О, акуленок оставил Пинг-Фонгу записку. Пинг-Фонг, мы играем в прятки. Попробуй найти нас. Давайте найдем семью акул вместе. Найдем папу акулу. Кто-то видел папу акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу акулу, его синий хвост. О, вот же он! Нет, я морской лев. Послушайте, как я играю на скрипке. Может, это папа акула? Привет, Пинг-Фонг! Поиграешь со мной? Это был дельфин. Давайте поищем папу акулу снова. О, кажется, я нашел папу акулу. Точно! Это я, папа акула. Папа акула, дуру-ру-дуру, папа акула. Теперь найдем маму акулу. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. О, Пинг-Фонг! Лучше бы это был принц. Упс, прости, русалочка. Давайте поищем маму акулу снова. А вы... Молодец, Пинг-Фонг, ты нашел меня. Мама акула, дуру-ру-дуру, мама акула. Тут еще один розовый хвост. Кто же это? Эй, я чуть не провел тебя, Пинг-Фонг. Это ты, морская звезда. Тебе не удалось обхитрить меня. Пора найти бабулю-акулу. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Так, здесь два разных хвоста. Один с двумя плавниками и один с тремя. Какой же из них принадлежит бабуле-акуле? Хвост бабули-акулы этот. Ты нашел меня, Пинг-Фонг! Молодец! Бабуля-акула, дуру-ру-дуру, бабуля-акула! Тогда чей же это хвост? Мой! Я рак! Теперь пора найти деда-акулу. Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. О, вот же дед акула. Как ты смеешь прикасаться ко мне? Я ужалю тебя. О нет, медуза хочет ужалить меня. Что же мне делать? Эй, что ты задумала? Я нет, ничего. Ого, дед акула помог мне. Спасибо, дед акула. Не стоит благодарности. Я просто делал то, что требовалось. Дед акула, дуру-ру-дуру, дед акула. Ну что же, нам осталось найти акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Ты здесь? Тут никого нет. Может быть, здесь? И тут никого. Где же акуленок? Может, акуленок здесь? Да!
Я нашел тебя! Знаешь, я мог бы спрятаться гораздо лучше. Акуленок, дыры-ры-дыры, акуленок. Акуленок, мама акула, бабуля акула, папа акула и дед акула. Мы нашли всех членов семьи акул. Молодец, Пинг-Фонг. А теперь вечеринка. Сегодня Пинг-Фонг хотел угостить семью акул вкусной выпечкой. Поэтому он погрузился глубоко в море. Но семью акул нигде не видно. Где же все? Пинг-Фонг, прости, что мы опоздали. Дело в том, что мама акула, папа акула и акуленок все еще в туалете. Они там застряли, потому что кончилась туалетная бумага. Пинг-Фонг, ты не мог бы отнести им бумагу? Друзья, поможем Пинг-Фонгу передать туалетную бумагу. Поищем маму акулу вместе. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. Розовый хвост. Это мама-акула? Пинг-Фонг, друзья, привет! Ты в очереди в туалет? Я могу пропустить тебя, если тебе срочно. О, это русалочка! Нет, все в порядке, спасибо! Ой, кажется, кто-то пукнул! Кто бы это мог быть? Если тебе нужно в туалет, придется подождать еще немного. Ох, этот запах! Ладно, черепаха. Это мама акула? Ты прав, это я, мама акула. Друзья, дайте мне, пожалуйста, розовую бумагу. Спасибо, друзья! Благодаря вам я в чистоте и комфорте. Молодцы, ребята! Но, мама акула, вы ничего не забыли? Вам нужно помыть руки, мама акула! Чисто-чисто, дуру-ру-дуру, моем руки! Супер! Теперь поищем папу акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Я вижу синий хвост. Это же папа-акула, правда? Я не папа-акула, я мама-кит. О, простите, мама-кит. Здесь еще два синих хвоста. Какой же принадлежит папе акуле? Этот? Давайте позовем папу акулу вместе. Папа акула, вы здесь? Вы правы, друзья. А теперь вы не могли бы подать мне синюю бумагу? Уф, благодаря вам я в чистоте и комфорте. Спасибо, друзья. Не забудьте вымыть руки, папа акула. Чисто-чисто, дуру-ру-дуру, моем руки. Супер! И, наконец, давайте найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. О, здесь, конечно, Бруклин. Кря-кря! Пинг-Фонг, у меня болит живот! Давай поговорим попозже! Кря-кря! Где же акуленок? Один из этих двух точно акуленок. У акуленка большие острые зубы.
Друзья, который из них акуленок? Мы нашли акуленка! Вы нашли меня, друзья! Спасибо вам! А я желтый дельфин! Друзья, дайте мне, пожалуйста, желтую бумагу! Благодаря вам я в чистоте и комфорте! А теперь поплыли домой! Тебе нужно помыть руки! Чисто-чисто, ту-ру-ру-ру, моем руки! Супер! Мама-акула, папа-акула, акуленок! Все помыли руки! Ух ты, как чисто! Пинг-фонг, друзья! Благодаря вам мы смогли выйти из туалета! Спасибо, Пинг-фонг! Спасибо, друзья! Когда хочется в туалет, не нужно терпеть. Ну что, теперь попробуем печенье. Ой, Пинг-фонгу кажется нехорошо. Что случилось, Пинг-фонг? Пинг-фонг хочет поплавать с семьей акул сегодня. Давайте присоединимся к ним. На помощь, друзья! Что? Это бабуля и дед акулы. Что случилось? Прошлой ночью плохие мартышки-пираты похитили маму акулу, папу акулу и акуленка и забрали их в джунгли. Если ты не спасешь их, наша семья окажется в большой беде. Пожалуйста, помоги нашей семье. О нет! Пинг-фонг, друзья, давайте найдем семью акул в джунглях. Сначала отыщем маму акулу. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму акулу, ее розовый хвост. О, здесь кто-то шевелит розовым хвостом. Кто же это? Я пытался поймать рыбу, но упустил ее из-за тебя, Пинг-фонг. Это был фламинго. Извините. Возможно, это мама-акула. Привет, Пинг-фонг. Это мое ухо. Это розовый слон. Где же мама-акула? Ага, я вижу маму-акулу. Ты прав, это я, мама-акула. Спасибо, что нашел меня. Думаю, папа-акула где-то рядом. Поможешь мне найти его? Конечно. Давайте теперь поищем папу-акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Папа-акула должен быть где-то неподалеку. Друзья, я вижу два синих хвоста. Какой принадлежит папе-акуле? Этот? Давайте позовем папу-акулу вместе. Папа-акула, вы здесь? Вы правы, друзья! А теперь не поможете ли мне спуститься с дерева? Как же нам помочь папе-акуле спуститься с дерева? Я помогу вам. Ха-ха! Большое всем спасибо, друзья! Мама-акула, ду-ру-ру-ду-ру, папа-акула, ду-ру-ру-ду-ру, вот и мы, ду-ру-ру-ду-ру, вот и мы. Супер! А сейчас давайте найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. О, кто это? Я гепард. Посмотри, как быстро я бегаю. Ого, просто фантастика. Где же акуленок?
Да, мы нашли акуленка. Я наконец-то поймал пинг-фонга! Прекрасно! Йоу! Нас с друзьями сегодня ждет большой праздник! О, нет! Кто-то здесь может помочь нам! Вон там светится чей-то хвост! Пинг-фонг, попробуй потянуть за этот хвост! А-а-а! Мартышка-пират! Ты снова взялась за старое! Это лев! Царь зверей! Уф! Хели, спаслись! Спасибо вам, мистер лев! Большое спасибо, друзья! Не стоит благодарности! Прошу прощения за проделки мартышек! Я сделаю так, что им не захочется вести себя подобным образом снова! Акуленок, ду-ру-ру-ду-ру, акуленок, ду-ру-ру-ду-ру, вот и я, ду-ру-ру-ду-ру, вот и я. Супер! Мама-акула, папа-акула и акуленок все вернулись в море. Молодцы, друзья! Пинг-фонг, друзья! Благодаря вам вся моя семья снова в море! Спасибо, Пинг-фонг! Спасибо, друзья! Молодцы, ребята! А теперь давайте все вместе поплаваем! Восхитительно! Сегодня Хэллоуин! Пинг-фонг собрался на вечеринку с семьей акул. Он прыгает в море. Но никого почему-то не видно. Ха, кто-нибудь есть дома? Акуленок, где ты? Бу! Ты ищешь семью акул? Но к твоему несчастью я заманил их в замок Хэллоуин. Иди и попробуй отыскать их там, если у тебя получится. Я освобожу их и озолочу тебя. А если нет, станешь моим пленником. На помощь, Пинг-фонг! На помощь, друзья! О, нет! Это ужасно! Друзья, давайте поможем Пинг-фонгу найти семью акул. Давайте вместе найдем папу-акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Это папа-акула? О-хо-хо-хо! Привет, Пинг-фонг! Привет, друзья! Вы не боитесь вампиров? Если тронешь меня еще раз, окажешься в большой беде! У-хо-хо-хо-хо-хо! О, нет! Это был вампир! Друзья, давайте поищем папу-акулу снова! Папа-акула, покажись! Я не папа-акула! Это же клоун! Может, папа-акула здесь? Фу, ты прав! Это я, папа-акула! Спасибо, что нашел меня! Хэллоуин, ду-ду-ру-ру-ду-ру, папа-акула! Бу! Теперь поищем маму-акулу! Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. О, я вижу розовый хвост. Должно быть, это мама-акула.
Ку-ку, я напугала тебя? О, это летучая мышь. Давайте снова поищем маму-акулу. Вот здесь розовый хвост. И еще один с желтыми полосками. Какой же принадлежит маме-акуле? Этот? Может, просто позовем маму-акулу? Это вы, мама-акула? Фу, там так душно! Спасибо, что спасли меня! Хэллоуин, ту-ту-ру-ру-ту-ру, мама-акула! А чей же это хвост? Ага, это конфета! Это моя конфета! О, это скелет! Удирай! А теперь найдем бабулю-акулу. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Мы нашли бабулю-акулу! Хорошая новость, я заскучала. Кто хочет повеселиться? О, Пинг-Фонг превратился в скелета. Ты в порядке, Пинг-Фонг? Давайте найдем бабулю-акулу и попросим ее о помощи. Оранжевый хвост бабули-акулы здесь. Ты нашел меня! Молодец! Сейчас я верну тебя к жизни! Ого! Пинг-Фонг снова в строю! Спасибо, бабуля-акула! Спасибо вам! Хэллоуин, ду-ду-ру-ру-ду-ру, бабуля-акула! Бу! А теперь поищем деда-акулу! Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. Кто-то видел деда-акулу, его зеленый хвост. Там наверху кто-то шевелится. Кто это? Кошелек или жизнь? Кто тут хочет конфеты? О, конфеты! Спасибо, мистер Пират! Но где же дед Акула? Я вижу зеленый хвост. Это хвост деда Акулы? Я Франкенштейн! Пинг-Фонг! За тобой зомби! Что? Зомби? Где? А, мне страшно! Надо побыстрее найти деда Акулу. Дед Акула здесь. Уф, друзья, вам было непросто найти меня. Большое спасибо. Хэллоуин, ду-ду-ру-ру-ду-ру, дед Акула. Бу! Кого же нам осталось найти? Ребята, найдите меня скорее! Мне страшно! Давайте поспешим и найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Ребята, вы видели? Тут два акуленка. Что происходит? Посмотрите, кто настоящий акуленок? Я настоящий акуленок! Нет, я настоящий акуленок! Друзья, как вы думаете, кто настоящий акуленок? А вот и подсказка! У акуленка желтый хвост.
Ага, и мы нашли настоящего акуленка. Мои друзья лучше всех! Я почти провел вас. Бабуля-акула, дед-акула, акуленок, мама-акула, папа-акула. Мы нашли всех членов семьи акул. Отличная работа, ребята! Хо-хоу! Пинг-фонг! Друзья, вы супер! Я обещал отпустить семью акул, а теперь наслаждайтесь вечеринкой на Хэллоуин! Уху! Как здорово! Сегодня Пинг-фонг хотел навестить семью акул. Поэтому он погрузился глубоко в море. Но семьи акул не было дома. А? Где же все? Акуленок, ты где? Куда все исчезли? О, акуленок оставил Пинг-фонгу записку. Пинг-фонг! Мы играем в прятки. Попробуй найти нас. Давайте найдем семью акул вместе. Найдем папу акулу. Кто-то видел папу акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу акулу, его синий хвост. О, вот же он! Нет, я морской лев. Послушайте, как я играю на скрипке. Может, это папа-акула? Привет, Пинг-фонг! Поиграешь со мной? Это был дельфин. Давайте поищем папу-акулу снова. О, кажется, я нашел папу-акулу! Точно! Это я, папа-акула! Папа-акула, дуру-ру-дуру, папа-акула! Теперь найдем маму-акулу. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. О, Пинг-фонг! Лучше бы это был принц. Упс, прости, русалочка. Давайте поищем маму-акулу снова. А вы... Молодец, Пинг-фонг, ты нашел меня. Мама-акула, дуру-ру-дуру, мама-акула. Тут еще один розовый хвост. Кто же это? Эй, я чуть не провел тебя, Пинг-фонг! Это ты, морская звезда. Тебе не удалось обхитрить меня. Пора найти бабулю-акулу. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Кто-то видел бабулю-акулу, оранжевый хвост. Так, здесь два разных хвоста. Один с двумя плавниками и один с тремя. Какой же из них принадлежит бабуле-акуле? Хвост бабули-акулы этот. Ты нашел меня, Пинг-фонг! Молодец! Бабуля-акула, дуру-ру-дуру, бабуля-акула. Тогда чей же это хвост?
Мой! Я рак! Теперь пора найти деда акулу. Кто-то видел деда акулу, его зеленый хвост. Кто-то видел деда акулу, его зеленый хвост. О, вот же дед акула! Как ты смеешь прикасаться ко мне? Я ужалю тебя! О, нет! Медуза хочет ужалить меня! Что же мне делать? Эй, что ты задумала? Я нет, ничего. Ого, дед акула помог мне. Спасибо, дед акула. Не стоит благодарности. Я просто делал то, что требовалось. Дед акула, ту-ру-ру-ру-ру, дед акула. Ну что же, нам осталось найти акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Ты здесь? Хм, тут никого нет. Может быть, здесь? И тут никого. Где же акуленок? Может, акуленок здесь? Да! Я нашел тебя! Знаешь, я мог бы спрятаться гораздо лучше! Акуленок, ду-ру-ру-ду-ру, акуленок! Акуленок! Мама-акула, бабуля-акула, папа-акула и дед-акула! Мы нашли всех членов семьи акул! Молодец, Пинг-фонг! А теперь вечеринка! Сегодня Пинг-фонг хотел угостить семью акул вкусной выпечкой. Поэтому он погрузился глубоко в море. Но семью акул нигде не видно. Где же все? Пинг-фонг, прости, что мы опоздали. Дело в том, что мама-акула, папа-акула и акуленок все еще в туалете. Они там застряли, потому что кончилась туалетная бумага. Пинг-фонг, ты не мог бы отнести им бумагу? Друзья, поможем Пинг-фонгу передать туалетную бумагу. Поищем маму-акулу вместе. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Розовый хвост. Это мама-акула? Пинг-фонг, друзья, привет! Ты в очереди в туалет? Я могу пропустить тебя, если тебе срочно. О, это русалочка! Нет, все в порядке, спасибо! Ой, кажется, кто-то пукнул! Кто бы это мог быть? Если тебе нужно в туалет, придется подождать еще немного. Ох, этот запах! Ладно, черепаха. Это мама-акула? Ты прав, это я, мама-акула. Друзья, дайте мне, пожалуйста, розовую бумагу. Спасибо, друзья! Благодаря вам я в чистоте и комфорте. Молодцы, ребята! Но, мама-акула, вы ничего не забыли? Вам нужно помыть руки, мама-акула! Чисто-чисто, ду-ру-ру-ду-ру, моем руки! Супер! Теперь поищем папу-акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Я вижу синий хвост.
Это же папа-акула, правда? Я не папа-акула, я мама-кит. О, простите, мама-кит. Здесь еще два синих хвоста. Какой же принадлежит папе-акуле? Этот? Давайте позовем папу-акулу вместе. Папа-акула, вы здесь? Вы правы, друзья. А теперь вы не могли бы подать мне синюю бумагу? Уф, благодаря вам я в чистоте и комфорте. Спасибо, друзья. Не забудьте вымыть руки, папа-акула. Чисто-чисто, дуру-ру-дуру, моем руки. Супер! И, наконец, давайте найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. О, здесь, конечно, Бруклин. Кря-кря, Пинг-фонг, у меня болит живот. Давай поговорим попозже. Кря-кря. Где же акуленок? Один из этих двух точно акуленок. У акуленка большие острые зубы. Друзья, который из них акуленок? Мы нашли акуленка! Вы нашли меня, друзья! Спасибо вам! А я желтый дельфин! Друзья! Дайте мне, пожалуйста, желтую бумагу. Благодаря вам я в чистоте и комфорте. А теперь поплыли домой. Тебе нужно помыть руки. Чисто-чисто, туру-ру-дуру, моем руки. Супер! Мама-акула, папа-акула, акуленок. Все помыли руки. Ух ты, как чисто! Пинг-фонг, друзья! Благодаря вам мы смогли выйти из туалета! Спасибо, Пинг-фонг! Спасибо, друзья! Когда хочется в туалет, не нужно терпеть. Ну что, теперь попробуем печенье. Ой, Пинг-фонгу кажется нехорошо. Что случилось, Пинг-фонг? Пинг-фонг хочет поплавать с семьей акул сегодня. Давайте присоединимся к ним. На помощь, друзья! Что? Это бабуля и дед акулы. Что случилось? Прошлой ночью плохие мартышки-пираты похитили маму-акулу, папу-акулу и акуленка и забрали их в джунгли. Если ты не спасешь их, наша семья окажется в большой беде. Пожалуйста, помоги нашей семье. О нет! Пинг-фонг, друзья, давайте найдем семью акул в джунглях. Сначала отыщем маму-акулу. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. Кто-то видел маму-акулу, ее розовый хвост. О, здесь кто-то шевелит розовым хвостом. Кто же это? Я пытался поймать рыбу, но упустил ее из-за тебя, Пинг-фонг. Это был фламинго. Извините. Возможно, это мама-акула. Привет, Пинг-фонг! Это мое ухо! Это розовый слон. Где же мама-акула? Ага, я вижу маму-акулу! Ты прав, это я, мама-акула. Спасибо, что нашел меня. Думаю, папа-акула где-то рядом. Поможешь мне найти его? Конечно. Давайте теперь поищем папу-акулу. Кто-то видел папу-акулу, его синий хвост. Кто-то видел папу-акулу,
Папа акула должен быть где-то неподалеку. Друзья, я вижу два синих хвоста. Какой принадлежит папе акуле? Этот? Давайте позовем папу акулу вместе. Папа акула, вы здесь? Вы правы, друзья! А теперь не поможете ли мне спуститься с дерева? Как же нам помочь папе акуле спуститься с дерева? Я помогу вам! Ха-ха! Большое всем спасибо, друзья! Мама акула, дуру-ру-дуру, папа акула, дуру-ру-дуру, вот и мы, дуру-ру-дуру, вот и мы. Супер! А сейчас давайте найдем акуленка. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. Кто-то видел акуленка, его желтый хвост. О, кто это? Я гепард! Посмотри, как быстро я бегаю! Ого! Просто фантастика! Где же акуленок? Да, мы нашли акуленка! Ха-ха! Я наконец-то поймал пинг-фонга! Прекрасно! Йо-хоу! Нас с друзьями сегодня ждет большой праздник! О, нет! Кто-то здесь может помочь нам! Вон там светится чей-то хвост! Пинг-фонг, попробуй потянуть за этот хвост! А-а-а! Мартышка-пират! Ты снова взялась за старое! А-а-а! Это лев! Царь зверей! Уф! Хели, спаслись! Спасибо вам, мистер Лев! Большое спасибо, друзья! Не стоит благодарности! Прошу прощения за проделки мартышек! Я сделаю так, что им не захочется вести себя подобным образом снова! Акуленок, ду-ру-ру-ду-ру, акуленок, ду-ру-ру-ду-ру, вот и я, ду-ру-ру-ду-ру, вот и я! Супер! Мама-акула, папа-акула и акуленок все вернулись в море. Молодцы, друзья! Пинг-фонг, друзья! Благодаря вам вся моя семья снова в море! Спасибо, Пинг-фонг! Спасибо, друзья! Молодцы, ребята! А теперь давайте все вместе поплаваем! Ребята, вам понравилось наше видео? Не забудьте подписаться! Подпишитесь! Найди Пинг-фонг на Ютубе!